Итак, всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка, и в ней MP3. Это MP3 более качественная, чем предыдущая, но что рассказывать, нужно его открывать и более детально смотреть, то что так ничего особо не покажешь. Итак, что написано здесь? Вот все, что здесь написано. Если вам, конечно, интересно, адрес, да. Так. Они пишут, кстати, вместо фамилии, вот на многих тут написано то, а вообще вместо фамилии они пишут имя. Игорь. Ну, в общем, вот такая вот. Шла она по сравнению с моими остальными посылками очень долго. Она шла ровно месяц. Ну и что же, будем открывать. Давайте. У меня ассистент появился. Ну, ассистент неправильно что-то делает. Когда проще сделать вот так. Вот, вот такой MP3. Там ничего больше нет. Вот оно находится. Кстати, оно маленькое такое. Так, сейчас достанем его. Приятное по сохранению с тем, оно более качественное. Ну, вообще ощущается вот это вот. Ну, то было зеркально. Так, не уходить. Не чувствуется вот это вот. Оно, разница между ними не особо такая большая, но вообще вот это вот, я вам скажу, намного лучше. Вот здесь. Так, сейчас фокусируем. Так, что-то не хочет. Автофокуса, что ли, нет? Лёш. Автофокусы? В общем, нету автофокуса у Лёши. Не фокус. Ты же это вырежешь? Нет. Я монтирую от него. Вот. Вот такое вот MP3 здесь оно с вот такими болтами, шурупчиками. Ну не фокусируется. Обидно за камеру, у меня даже лучше. Но фокусируется. Кнопки все нажимаются. Все четко. Вот такое вот MP3. А ну-ка проверим. Включим ее. Вот загорается индикатор. Ну, индикатор вот такой вот. А ну-ка, сейчас мы включим его и послушаем. Че, нормально? Показываю вам звук, точнее, слушайте. Звук 3D передает все качественно. Вот, вот такое вот MP3. Все играет качественно. Вот так можно его сейчас. Вот его можно куда-нибудь прицепить. Цвет, кстати, отличный. А по звуку я вам скажу, даже лучше, чем вот тот зеркальный. Вот, прицепил и модный с розовым плеером. Сидишь, слушаешь музыку. А ну-ка, а кошке понравится? Кошка, иди сюда. Кидай. Кошка. Звучит как? Звук как тебе? Отлично. Я
находятся два картридера. Заказывал я их на сдачу. Итак, посмотрим. Одинаковым цветом прислали. Да, вот два картридера в одинаковом цвете. Вот таких картридера, приятных на ощущения. Кошка. Упала кошка. Я их, конечно же, проверю и скажу вам. Каждый фидер работает, проверим. С вами был я, Игорь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте по продаже товаров, магазин и гелей. Жду вас в следующих видео. Пока!